С тонущего катера спасатели эвакуировали 14 человек, пятеро из них дети. ЧП произошло возле острова Зелененький. Катер был перегружен. Когда судно отплыло от берега, через края стала заливаться вода. Плыть дальше стало невозможно. К месту происшествия направились два катера спасателей. В 9 часов вечера всех пассажиров доставили на спасательный пост «Красная Глинка».